Почему мы не платим? Потому что в этой цифре у нас находится более 2000 собственников земельных участков и других землепользователей. Поэтому мы справедливо считаем, что эти землепользователи должны быть исключены. 23 должника приглашены в этот раз на заседание межведомственной комиссии. 90 миллионов рублей – общая сумма их долга по налогам и неналоговым доходам. Самые такие крупные должники – это кооператив индивидуальных застройщиков «Зеленая роща». Они уже приглашались ранее – 22 миллиона рублей. Ну и наименьшее – мы должны всех приглашать, не только крупняк. Да? Это группа «Любавы» – 255 тысяч рублей. В период подготовки заседания уже было оплачено 11,5 миллиона рублей. Только в этом году состоялось 12 заседаний комиссии. Только постоянная работа позволяет эффективно бороться с неплательщиками. Уже удалось вернуть в консолидированный бюджет Московской области 774 миллиона рублей. Это 70% от общей суммы задолженностей. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».